Хорош! Нет! Нет! Я что там стою-то, братан? Ну ладно, погнали, погнали. Не, погоди, давай лучше верню. Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть, боже ты мой, во вторую главу Радужных друзей. И ты помнишь? Ты вспоминаешь это место? Ты помнишь, откуда мы с тобой закончили? Вот первая глава заканчивается, и мы с тобой идем дальше. Аттракционы, все дела. Да, а куда нам еще идти, ребята? Не в лес же куда-нибудь? Конечно, мы бы с тобой, конечно, полицию быстренько бы куда-нибудь пошли, но нельзя, нельзя, ребята, нам туды. Только туды. Но самое интересное, ребята, после окончания главы, если мы закончим сегодня серию, мы получим какой-то секретный код и активируем вот это вот. Чисто кирпичный заводик, боже мой. Родной, ты смотри, боже, что там происходит? Что за кирпичный заводик? Я вам и без этой штуки могу обеспечить его, потому что там такое. Все, ребята, начинаем, погнали, погнали. Ля, как они это там прошли, смотри. Боже, за забором как-то, смотри, они как-то там могут. Все, через 20 секунд мы с тобой начинаем, у нас топовая команда. Боже, тут и очко. Господи, Виталя, нормально, Альбертик, Кулплеер, Михок, все наши тут, и Бродяга, и Соулис, хорош. Ну, ребята, ну все, сейчас начнется просто жесть какая-то. На самом деле, тут еще новые монстры добавили. И это пипец, ребят, блин, я так счастлив, потому что, ну, сколько они делали вторую главу, и она реально, на самом деле, ребят, топовая. Все, загружается, радужные друзья, запуск сервера, ребята, давайте, давайте, ждем, 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 ждем. Если что, коробочка у меня стандартная, но надо будет накопить, по-любасу, надо будет накопить. Роблокс вылетел, пишут. Блин, да я понял, хорошо, хоть, я не знаю, не нагрузились сервера. Я что-то вспоминаю, погоди, когда в Дорсе вышла обнова, там он просто, Роблокс весь сломался. Вот это я помню, это просто какая-то жесть была. Здесь же, хорошо, хоть, ребята, ну как-то более-менее хотя бы. Просто раз и началось все. Все, начинается, ребята, мы чисто где-то по лесу идем, идем, идем. Команду. Смотри, сколько братишек. Боже, кто-то прыгает, там бегает. Ты его гляди. Ой, боже мой. Так, нормально. Дед стрижет не газон, правда, а чисто вот это, решеточку ломает. Что-то какой-то подозрительный дедушка, а? Согласись. Что-то, мне кажется, накладная борода у тебя. Вот что-то чувствую. Что вы тут делаете? Толпа на толпу. Михок что-то объясняет. Типа, братан, братан, ну как бы сказать, тут команда квасовская. Мы чисто... Мы любили пить квас, но допились кваса настолько, что монстры вот нам тут привиделись. Ваше воображение, ребята, лучше ко мне помоите. И вот, знаете, сигнал СОС сделайте мне. Лампочки. Я, если что, Дэнсю. Это он Дэнсит, я думал, типа, рассказывать там. Боже мой, это вообще великолепно. Но в парке, естественно, ребята, вот такой вот говнюк. Злодей, который будет нам мешать выбраться. Да, ребята, экспериментатор ты фигов. Блин, это злой Мамикс. Это да, ребята. Халатик у него есть, как бы. Ну, типа, костюмчик, вот, но это как бы как халат. Как будто, я не знаю, смирительная рубашка, на самом деле. Из психушки, что ли, сбежал этот профессор? Что это такое? Так, все, ребята, мы здесь, мы здесь. Начинается, начинается игра, боже мой, все, удачи всем, если что, я, в принципе, один разик могу возродиться, да, я могу, если что, у меня целых 10 гемов там есть, тихо, дурка, ой, ля, я не знаю, за кем он там погнался, поэтому, ребята, на максимум звук выкручиваю, потому что кто знает, блю, блю, Виталя, нет, он просто его сожрал, родной, за что? Оживляйся, у тебя, надеюсь, есть бабки. Там, ну, там 10 алмазиков, поэтому, ребята, ля с пандой. Красава, давай, давай, лампочку врубай. Хорош, 7 из 25. В принципе, в первой катке я там нехило так набрался, поэтому, ребята, все отлично. Давай, давай, погнали, погнали, аттракцион. Боже мой, чуваки, вот чисто аттракционы, ты посмотри. На колесе, ребята, обозрение. Можем немножечко посмотреть, что здесь да как.
То есть вот братишки там внизу бегают, ребята, а мы пока что наслаждаемся блювом там вот. Так, что-то мне кажется, дай-ка я коробочку одену. Сейчас, секунду, давайте еще один кружочек. Что-то мне слишком понравилось как-то, понимаешь? Что-то слишком мне как-то понравилось все-таки, ребята. Понравилось, да. Так, все нормально, все нормально. Тут еще на машинах можно, когда мы уже знаем. Да, ребят, это просто офигенно. Боже, эта глава, она офигенная. Правда. Так, немного приблизим. 7 из 25. Давайте сделаем тоже как бы работу. Как бы братишкам. Ля. Можно реально прятаться в сортире. Хорош. Блин, ну клево, что новые места всякие различные добавили. Что ты, тут занято. Ладно, выходим отсюда. Боже мой. Так. Какой-то домик. Смотри, можем сюда зайти. Можем в гараж залететь, не? Ля, там нифига себе. Под напряжением, прикинь. Так, найди... Ага, все, понял. Тихо. Это грин, ребята. Да боже, что мне так везет? Что мне так, блин, там можно пройти. Чуваки, там можно пройти, я вижу. Я вижу, там можно пройти. Давай. Секретное место какое-то. А, ну тут, знаешь, тут, наверное, можно чисто спрятаться. Вот в чем прикол. Уже наши братишки 21 из 25. Молодцы. Тем временем мы вообще ничем не... Тихо. Грин. Аккуратно, ребята. Ля. Не надо бояться. Братишка, только осторожней. Прошу тебя. Все, ладно, побежали. Что-то, видишь, мы как бы немножечко сыкуем так, но... Не хочу я умирать. Так, чуваки, что там у вас? Был найден. Хорош, забираем. Так, кукловодик взял. Все, найс. Вон там еще. Но там грин. Осторожней, ребят. Так, замок Блю, прикинь. Офигеть, какой шикарный, боже, какой он шикарный. Так. Ага, отлично. Синяя краска какая-то. И что-то там, короче, записочка какая-то, но непонятно, что там сказано. Так, садовая тачка. Так, все, чуваки, вы забрали, да? Вон там грин еще, кстати. Да, они забрали. А Боба был найден. Боже мой, наши братишки... Не сдавайтесь, ребята. Что там, давайте, несите. Сюда, ребята. Ну-ка, быстренько. Давай. Ну-ка. Давай. Вставляй эти лампы. Давай, быстренько. О, осталось две, ребята. Все, кукловод, давай. Хорош. Отлично, ребята. Найс. Ну-ка, что у нас тут? Дед, короче, услышал. Погодите, вы реально починили? Ну, воу, чуваки, я имею в виду. Давайте теперь опять же, ребят, сейчас придется нам. Ля, я рядом с дедом. Тихо, прячемся, ребята. Оп. Такой еще звук. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, в общем, нам говорят, типа, использовать вот этот бур, ребятки. Надо как-то их использовать его. И просто погляди на это. Так, я приготовил для вас сюрприз. Сейчас ты увидишь. Боже. Минус трое. Ай, блин, но мы должны дойти. По-любасу мы, ребят, должны дойти. Это 100%. Так, готовы? Готовы, ребята. Все, красавцы. Нифига себе, уже 3 штуки нашли. Молодцы. Все. Давай, мы должны это пройти. Давай, братан, бери, молодец. Все, аккуратненько. Вот здесь надо осторожно, ребят, потому что здесь Пурпл. Он ходит. Видишь, он быстро вообще. Прячемся. Я слышу, надо прятаться. Чуваки, туда тоже лучше не идти, Дучи. Осторожней.
осторожнее. Там фиолетовый. Работает. Ну-ка. Короче, нам нужно набрать газа для бура. Ребят. О, красавцы, красавцы. Во, я тоже нашел. Ура, я полезен, ребята, я полезен. Я целые две даже нашел. Вот это прогресс. Вот это мы молодцы с тобой. Ты просто погляди. Так, ну давайте. О, нет, кукловод, за что его сожрали? Его просто сожрали, ребят. Боже мой. Так, еще нашел три штуки. Пресс-эф, ребят. Кукловод хороший был игрок. Так, четыре нашел, офигеть. Ну, чуваки. Походу, я подумал, что это класс. Поэтому так много и нашел. 9 из 15. Замечательно. Ну, давай, давай, нужно еще 6 штучек. Ребята. Нужно нам 6 штук найти. И что-то я чувствую, что кукловод, возможно, выронил. Понимаешь? Возможно, он выронил. Давай, глядим в оба. Где еще может быть? Тут какая-то вот... Вот я не знаю. Тут вообще реально секреточка какая-то. Так, можем зайти. О, о нет. Блю, походу, идет сюда, пацаны! Боже мой, братан, убегай! Или он к креслу побежал всего лишь? Красавчик, красавчик, я тебе скажу. Вот твой трон. Ну, не зря у него корона, да? На башке как бы. Поэтому все норм, все нормально, все правильно. Так. Так, ребятки. В шкафчиках можно даже прятать. О, тихо, 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 пацаны, тихо. Вот этой лучше не попадаться. А это как Карлсон заберет и все. И все, блин, ну это было очень ржачно, честно скажу. Ребята. Это было очень ржачно. Так, ну сегодня мы точно должны пройти, ребят. Так что давайте. По звукам там что-то жесткое. Тихо, 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 Соулис. Аккуратно, стой, осторожно, осторожно, братан. Вот эта штука какая-то. Потому что она заберет все, все. 10 из 15. У меня еще одна. Так что, ребята. Дучи ползет, вижу. Блю тут тоже. Меня синий в углу кемпил. Аккуратно. Погнали. Сейчас будет, ребята, гонка. Короче, гонки будут, чуваки. Погнали. Гоночки. А, нет, стоп, нет. Тут не гонки, тут не гонки. Я перепутал. Я перепутал. Тут не будет гонок. Так, лазертег. Вот, 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 чуваки. Это просто имбовое место. Серьезно, здесь можно чисто покататься. Ля, да тут уже катались, я вижу. Слушай, что будет, если привести сюда монстров? Мне прям интересно, мне прям очень интересно. Так, ну вообще мы проходить сегодня будем, не? Потому что братишки чисто ждут. Так, все, вылазим из тачки. Вылазим. Ребята, один кружочек так навернули. Нам нужно сейчас доставить одну баночку. Не, погоди, погоди, две. Там, блин, еще попробуй найди. Но там, если что, будет показывать. Понял. Не, родной, родной, не надо. Мы уже знаем, как здесь работать. Все нормально. Хакаросы. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чуваки. Нет-нет-нет-нет-нет. Аккуратно-аккуратно-аккуратно-аккуратно. Блин, нам срочно надо доставить эту штуковину. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блин, она пошла вот через самый такой ближайший выход. Так, Соулис, нам... Ай, кошкин, ты гляди, нас и сям прижимают. Кстати, ребят, нам туда, нам реально туда. Блин, это самое... Ух, успели, успели, успели. Все, пацаны, все зависит от меня. Я должен эти две газовых штуки быстренько, ребята...
Давай. Ну, тут, в принципе, можно и не быстренько, честно. Ребята, держитесь, держитесь. Я сейчас. Я сейчас. Погнали, родной. Погнали, 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 погнали. Быстренько, быстренько, быстренько. Все, найс, 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 найс. Две банки. Бырей, 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 бырей. Главное сейчас не обосраться, ребят. Возможно, где-нибудь здесь нас поджидают. Так, давай, 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 давай. Хорош. Какая-то зима, да, уже тут? Зимушка, зима. Все, давай, давай, заправляй. Хорош, есть. Боже, наконец-то мы это сделали. Дед, что теперь? Ну, да, давайте надеяться, что это сработает. Давай, бур, заряжай. Давай, 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 братишечка. Не, серьезно? Чтобы дверь выбить? Что за... Что это? Что за фигня? Погоди. Боже мой, что за фигня? Ох, как я здесь оказался? Реально, дед, что за фигня? Как ты здесь оказался-то? Погоди. Отлично. Давайте попытаемся снова. Соберите. Тогда, короче, старик будет жить, если мы соберем вот эти шары. И время тикает, так что побыстрее. Ля, там взрывчатки, пацаны! Соберитесь, соберитесь. Нам надо деда спасти, полюбас. Капец, капец, просто бедный дед на время. Так, пацаны, давайте, надо собрать эти чисто... шары. Давайте, чуваки, все зависит от нас. Блин, 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 дед, живи. Дед, живи, пожалуйста. Так, 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 так. Я проверяю. Ребят, если бы мы играли в Дискорде, сразу говорю, мы бы на изи прошли бы. Это вообще легко было бы. Потому что каждый бы выбрал свою локу. Понимаешь? Только не это дичь. Ой, нет-нет-нет, иди нафиг, блин, иди нафиг. Я не хочу помирать от этой штуки, ребята. О, они нашли 6 из 10, офигеть, пацаны, вы вообще лучшие. Просто красавчики, надо ускоряться, дед-то реально. Блин, только ждать не будет. Так, 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 так. Смотрим, глядим, глядим, нашел, нашел эту штуку. Блю вижу. Ну-ка, иди-ка сюда. Я только одну могу взять. Понимаешь, в чем беда? Пацаны. Я уже переживаю, как бы этот дед. Так, хорош, 7 из 10. Ребята. Ребята, 7 из 10. 7 из 10. Блин, придется рискнуть. О! Хорош! Офигеть! Мне чисто повезло. Мне капец как повезло. Потому что к этому пурпову, ты понимаешь, если спускаться, можно вообще откинуться нормально так. Два, два, ребята, осталось два. Один остался, один. Пацаны, 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 пацаны. Последний шар, где он может быть? Где он вообще нафиг может быть? Чего плачете-то? Спокойно, блин. Чего не плачу? Ты смотри. Может кот на один из бумажек? Кстати, может, может быть. Блин, дурка тут у нас с нами. Нам последняя голова нужна. Ребята, давайте, давайте. Дед вообще-то живой там? Здоровый, да? Как там он, кстати, поживает? Да я хоть погляжу на него. Где вообще дед? Кстати, как я туда забрался? Дучи, что там? Не нашел еще? Так, ребятки, пока не нашли. Походу, дедушка жить долго не собирается. Не получится у него, ребят. Бля, шо? Что там? О, Дучи, давай, родной, давай, 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 родненький, давай, 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 ты сейчас дедушку спасешь, давай, погнали. Давай, 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 родной, давай, вперед, 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 вперед. Ускоряемся, 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 давай, Дучи, неси, неси эту. Штуковину, блин, боже мой, красавчик просто лучший, молодца. Есть, есть, ребята, отличная работа, everybody. Так, что теперь? 100 рублей даже получили. Вот это я понимаю. Ребята. Ля, дед говорит, а давайте еще покатаемся. Ура! Ля, ну что, герои? Не переживайте, я в порядке. У нас нет времени... Что у нас там? Мой первый план провалился, но...
Есть еще один путь, чтобы убраться отсюда. Я так и думал, ребята, вы должны использовать оранжевый роллер какой-то. Нам нужно подумать, как эту штуковину как-то подвинуть. Slice of cake? Что это значит? Это значит, ребята. Боже, коровка, ты гляди. О! Новый персонаж, ребята! Новый монстр! Офигеть! Офигеть! Силуан? Как его зовут? Она так с интересом смотрела на эту букашку. Блин, хорош, ребятки. Вот это очень сейчас интересно будет. Ну что же. Ну что же, ребята. Я думаю... Сахар? Чего? Блютут. Погоди, сахар. А можно, чтобы разрабы меня тоже добавили в игру? Чтоб я требовал кваса. Иначе смерть. Ребята, и соберите квас для меня. Вот это я понимаю. Вот это бы хорошо бы было, а? Так, ну вот нашел я сахар. Сахарку не желаете? Так, ну одну пачку есть. По-моему, я слышу эту тварь. Если честно. Не знаю, зря я так говорю, да. Монстрика такого. Вот такого вот. Ребята. Так, Дуча. Что такое? Что вы как-то резко как-то вы? Ребята, все нормально? Так, я пошел, короче, пачечку относить. Ну, конечно, я лаки! Ну, конечно, я лаки, чуваки! Естественно! Офигеть, новый монстр! Боже! Какие зубчики остренькие. Офигеть, просто офигеть, ребята. Ты слышал, как клацнуло? Как будто капкан чисто какой-то. Тихо. На сахар очень сильно, смотри, идет. Прям капец. Как? Фух, ребята. Так, спокойненько, все. Я думаю, нормально будет. Фух. Так. Все, идем? Потихоньку. Так, от голубого надо залезть в коробку и не двигаться. Ну, короче, везде одно и то же. Правильно, ребята? О, вижу коробку. Ой, сахар, ребята, сахарочек вижу. Слава богу, ребята, не на скорость. Не на скорость. Там и грин, там и блю. Не на скорости, поэтому мы быстро делаем. Жесть. Блин, очень хотелось бы, конечно, скримак увидеть, ребят. Но хочу пройти. Ну или они все не видят коробку. Да, кстати, что именно эти коробки? Вообще, в чем прикол? Почему они реально как-то особо не обращают на них внимания? Блин, мне не нравится, чуваки, надо как-то действовать, надо как-то потихоньку идти. 3 из 9, что-то мы сахар не можем найти, ребят. Что за фигня, мы как будто что-то уже готовим, какую-то жрачку, да, согласись? Какую-то еду уже начинаем, боже мой, готовить сахар надо найти, то найти, все найти. Тесто, да, ребята, потом пельмени будем делать, что за... Так, все, могу спокойно идти, сейчас резко. Дерзко убивают меня. Так, ребята, 3 из 9. Что там, ребята? Че вы волнуетесь? Что там? Санитарик, что там с миром? Ну, давай, вперед. Ну, вы еду и готовите. Реально? Боже мой, реально готовим? Боже, родной, я просто не видел вот эту штуку. Я не видел. Офигеть, реально мы жрать готовим? Что за фигня? Тортик сделайте мне, тогда я вас отпущу. Чё за фигня? Открой чат. Сейчас открою. Он реагирует на движение в ко... Чего? Я буду кататься, вы там работаете. Варим квас. Погоди, реально он реагирует на движение в коробке? Воу. Так, ну чё, я полетел, пацаны. Пожелайте удачи. Вижу сахар, пацаны. Бродяжка, аккуратно.
Зеленый убивает того, кто в коробке. Да что, да ладно, да вы прикалываетесь, что ли? Ой, по звукам слышу, слышу дичь. Ребята, слышу дичь. Дурка, нифига ты, блин, а! Да я хотел забрать. Ладно. Так, по-моему, тут... Не-не-не-не-не-не-не, чуваки, там идет. Тихо. Тихо, пацаны. Быстрое прохождение. Ну, это точно не спидран. Мы пока тут определимся, то все. Так, чуваки, вижу сахар. Вижу сахар, вон он. Видишь? Видишь, где он? Блин, так не хочу к Пурплу идти. Вот, вот, реально, он меня больше всех бесит. Фиолетовый, реально, ребята, я вообще не могу. Я прошел минут 52. 58 минут, да ты шо? Бродяга курытный. Аккуратненько, Кука, родной. Боже мой. Байки, боже мой. Санитар, что там, голубой реагирует на движение в машине. Да боже, пацаны! Все пока сложно. Пока все сложно, чувачки. Реально, где зеленый? Где там он? О, нет. О, нет! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо, я бы сейчас откопытился! Ребята, еще бы чуть-чуть, и все, вашего братишки бы не было бы! В коробке он имел в виду, а не на машине. Но на машине, может, реагирует, хрен его знает. Так. Ой, пацаны, я нашел. Последний, от меня все зависит! Все, благодаря мне, приготовим. Чуваки, ну наконец-то мы нашли сахар и что дальше-то? Что дальше там будет? Боже, реально эта штуковина покатилась, ля. Серьезно? Он пожрать вышел? Да, ребята, это работает, let's go, чуваки, все говорят. Все понял, отвлекли, боже мой. Серьезно, мы наконец-то выберемся, ребята. Мы выберемся все-таки. Отвлекли, офигеть. Все, хорош, чуваки. Погнали, дед даже с нами идет. Смотри, пипец, нас сколько вообще? Четверо? С дедом пятеро. Нормально. Бродяга-то где? Тут где кристальные? А где бродяжка? Погоди, он же живой был. Я же помню. Дед, давай, запускай. О, чуваки, я сюда. Музыка какая. Что за фигня? Я не могу ходить. Бродяга! Садись! Бродяжка! Отличная работа! Садитесь в карты. Ну, короче, садитесь не в карты. Не в карты, а в тележку, в вагонетку. Бродяжка! Боже, родной! Его надо подвинуть! Ребята, он не может ходить! Мы не бросим его. Я запрограммирую... Блин, не, походу мы его бросим, ребята. О, господи. О, о, мы сели! Нормально, нормально. Тут авто, ребят.
просто очень-очень-очень сильно этим... Тихо. Погнали, пацаны, вперед! Мы с Альбертом, что ли? Последние герои! Нет! Нехорош! Нехорош, ни разу убегаем! Так, братишечка, побежали! Побежали, боже мой! Офигеть, музыка-то! Слышишь? Слышишь это? Офигеть! Ля, преследует. Смотри-ка, что вырвало. Давай, 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 Альбертик! Ох, боже, надеюсь, мы правильно выбираем путь и не будет тут тупичка. Понимаешь? Господи, они, она вообще нагоняет, нагоняет! Родной, давай, 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 давай! Хорош! Нет! Нет, я что там стою-то, братан? Ну ладно, погнали, погнали. Не, погоди, давай лучше верню. Хорош, боже мой. Вторая глава просто офигенная, ребята. Как в первой части, реально. Там тоже в конце можно было залететь. Слушай, ну это вообще великолепно. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет, ребята. Сейчас что-то будет. Ну все, типа можно и поспать, естественно. А где Блю? Ой, блин. Чисто, короче, храпит, сопит. Да, он проснется чуть-чуть попозже. Ты выиграл. Сможешь повторить? Короче, мы сейчас попробуем еще так же. Ребята, и другие концовки какие-нибудь найти, что-нибудь посмотреть. Поэтому, ребята, обязательно еще ролики будут. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. Залетай в Телеграм, бай-бай, дорогой братишка.